Друзья, всем добрый вечер. У нас отличные новости. Наша команда выезжает на большой турнир Евразийские игры в город Уфу. Это Башкирия. Мы там были неоднократно, всегда возвращались с медалями. Надеюсь, и в этот раз с вашей поддержкой наши пацаны порадуют. А кто сегодня едет? Это Женя, Амир, Артемий, Руслан и Данияр. Данияр поехал на поезде, так как на машине не хватило места. Данияр тоже завтра прибывает в Уфу, как и мы. Там уже на месте состыкуемся. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и желайте нашим пацанам удачи. Ребят, 4 утра, наконец-то доехали до Самары. Посмотрите, какая красивая вывеска. Скоро рассвет, пацаны спят, а я за рулем. Нам еще осталось проехать 500 километров, ребята, до Уфы. Так что двигаемся вперед. До Уфы осталось ехать примерно час, это где-то 100 километров. Решили сделать небольшую паузу, перекусить. Посмотрите, что я заказал, ребятки. Хлебушек, майонезик, вот такой вкусненький, и пельмешки. Так что желайте сенсею приятного аппетита, и мы двигаемся дальше. Уфа, и наверху звездочка. Давайте спросим у пацанов, как ощущения, устали, не устали. Самое тяжело Руслану, как настроение? Нормально. Он вес гоняет, осталось 500 грамм у него скинуть. Амир как? Все отлично. Красавчик. А Женя? Нормально. Выспался? Да. Немножко неудобно было, они сзади втроем едут, тесно, но ребят потихоньку ехали, где-то останавливались, где-то перекусывали. Артемий, как ты? Отлично. Красава! Встретили Данияра, не виделись ровно 2 дня. Как ты, брат? Все отлично. Как доехал на поезде? Шикарно. Че, у тебя спортсмены, говорит, Амир, были, да? Какие-то борцы, что ли, дагестанцы? Ну да. Они что, куда ехали, не спрашивал? Нет, не спрашивал. Походу, тоже на соревнования ехали. Дагестан, силы, ребята, все знают, весь мир, что в Дагестане самая сильная борьба. Но в Саратове, ребята, в Саратове рукопашники просто огонь. Согласитесь с нами, напишите комментарий, поддержите лайком. Выдвигаемся на процедуру взвешивания. Взвешивание будет в большом спортивном центре имени Риммы Баталовой. Мы уже там были. Кстати, сами соревнования завтра там тоже пройдут. Ребята подготовились, кепочки у них мощные. Так что двигаемся, сейчас садимся в тачку и отправляемся. Ну что, половина команды уже взвесилась, мы ждем своей очереди. Че, ребята, что сказали? А, весы вам дали? Прикидочные? Да, че, у тебя нормальный вес? Да, даже в одежде. Сколько? 70 вроде. 70, Амир в весе, красавчик. Да, Артемий, давай, вставай. Артемий, он выступает плюс 60 килограммов. Сколько у тебя там? 71. 71, поздоровел, поздоровел. Данияр? Давай, давай. 80, давай. Давай, давай. 80? Конечно. Ну давай встань, посмотрим. Ляжишка сейчас помолится. Ира, делай. 78. Данияр пока в поезде ехал, немножко похудел, ребята. Там, ну, кормежки не было. И проверим Руслана. Давайте Руслана проверим. Как в поезде жрал? Wow. Сколько же весит Руслан? Он гонял 4 килограмма. Все, иди, бегай. Сколько? 60-500, ребята, это в одежде. Если он одежду снимет, как раз будет 60. Приехали в самое красивое место Уфы, где установлен памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Но чтобы до него добраться,
нужно преодолеть вот эти ступеньки. Сейчас наши ребята попробуют забежать на эту гору. Причем ребята будут быстро бежать. И какое правило, нельзя идти шагом. А по моей команде они бегут. Давайте посмотрим, а кто же у них будет первым. А делайте ставки. Смотрите, Женя, Данияр в прекрасной форме. А в беге его еще никто не побеждал. Амир, очень быстрый таджикский скакун. А Артемий, тоже выносливый парень. У него ляжки накачанные, вообще не устает. И Руслан. Но Руслан сегодня вес гонял. Не знаю, справится он или нет. В общем, по моей команде, да? На старт. Внимание. Марш! Правило, ребята, нельзя идти шагом. Ай, молодцы! Смотрите, смотрите, вообще никто не отстает. Погнали, погнали, погнали!